Добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители, видеозрители, те, кто нас видит на канале YouTube, на канале Facebook. И мы начинаем нашу программу, интернет-портал, радиоцентр Сангейтс начинает программу. Где нас можно увидеть и услышать, это в sungatesradio.com, это веб-сайт, на YouTube и на Facebook. Сангейтс Радио. Также нам можно задать вопросы в прямом эфире, после эфира, до эфира. Это по телефону 847-226-9956, а также Сангейтс 108. Сангейтс – это солнечные ворота, на конце буквы «С» – Сангейтс 108. Это наш скайп. Ну и я рад приветствовать в нашем эфире в продолжение очень интересная программа, которую мы только что закончили с известным журналистом из Нью-Йорка Ярославом Беклемишевым. Ну и вот в этой программе у нас на связи Тодор Тодоров, ясновидящий, экстрасенс. Да, Тодор, здравствуйте. Ну и тоже. Да, добрый у нас день, а вам, естественно, вечер. Ну и в то же время у нас на связи это для многих сюрприз, поскольку об этом мы, так скажем, не объявляли. Очень симпатичная женщина. Она скрывается за маской, которую мы сейчас видим, но которая дает свое представление. Эта маска не является, кстати, просто маской. Она как раз-таки это практически ее лицо. И да, и зовут эту женщину Ангела Грант, и она мастер рун. Вот это то, что немногие, вообще-то говоря, знают. Она сама об этом подробнее расскажет нам. Единственное, скажу, это восходит к скандинавской традиции. И в то же время Ангела является известным тарологом. И вообще-то говоря, тут написано, что она ведьма Асатру. Но ведьма – это не то слово, которые люди представляют, то есть Бастинда, Гингема. Помните, были те, кто читали «Волшебники изумрудного города», эти были ведьмы, они какие-то были все плохие. Ведьмы от слова «ведать», от слова «веды». «Веда» — это знание, ведьмарка или ведьма — это женщина, ведунья, это женщина, которая знает, вот, ведущая. От слова «веды», повторяю. Ну, вот она сама скоро нам расскажет. Но у нас тема, мы начнем. У нас есть несколько сегментов нашей программы, и вот первый сегмент, с которого мы начнем, это, наверное, мы начнем с известного экстрасенса, с парапсихолога, с ясновидящего, с человека, который был переводчиком у самой Ванги и много раз с ней имел беседы, и теперь у нас он находится на нашем канале Сангейтс. Я рад приветствовать, еще раз повторяю, Тодорова. И мы сегодня говорим о мире нам непонятном, неизвестном, о мире темном. Стоит ли нам об этом говорить? Я сам не знаю, потому что у меня вот уже скоро мурашки-то побегут, уже начали бежать, то есть о мире мертвых. Ну, для чего нам надо говорить о мире мертвых, сейчас нам расскажет Тодор. Но мы прекрасно представляем о том, что близкие люди, которые уходят, ну, очень не хочется с ними расставляться. Они же и есть близкие люди. И вот зачастую ловишься на мысли, как жалко, что человек ушел, а так хочется с ним еще раз встретиться, поговорить. Тодор, скажите, для чего? Вот вы общаетесь с этим потусторонним миром, с миром, можете, точнее, общаться с миром мертвых. Часто ли к вам обращаются люди, или часто вы этим сами пользуетесь, общением с этим миром? Ну, как сказать, эта тема очень обширная, очень большая, и даже признаю, что есть некоторые вещи, я даже не понимаю, что это такое, как это происходит. И даже она очень трудна для объяснения. Нет те слова, может быть, нет те инструменты, с которыми мы можем передать того, что те ощущают своим сознанием. И пытаемся мы очень часто говорит о том, так как мы понимаем, как мы чувствуем и насколько мы умеем работать этими понятиями. Мир мертвых, как сказать,
Для меня это не проблема туда попасть. Вопрос, всегда есть один вопрос, зачем туда попасть? То есть без разрешения, кроме родственников, смысла нету туда идти. Даже и к родственникам, если обращаешься, то опять надо понимать, для чего ты беспокоишь этого, этих духи или энергии сгусток, энергетический сгусток, или некая такая оболочка, которая в пространстве стоит, которая и даже не знаю, на каком она расстоянии. Нет, ну как на каком? Иногда чувствуешь очень близко человека мертвого, прям где-то вот так, рядом. А иногда где-то очень далеко и очень долго идет связь. Я даже удивился. Тодор, вы хотите сказать, вы когда общаетесь с этим миром, с этими людьми, то вы с ними каким образом? Вы с ними физически общаетесь? На каком уровне вы с ними общаетесь? Вы их видите, вы с ними разговариваете, вы видите их энергию, какие-то фантомы? Как это все происходит? Это мысленно. Это мысленно происходит. То есть я начинаю пытаться понимать, вспоминать человека или пытаюсь незнакомого человека, когда мне приходит там женщина, девушка, там человек приходит и спрашивает про своего умершего родственника. Я пытаюсь через них, если есть фотография, то хорошо, если нет, то получается, что я пытаюсь создать это, увидеть это образ. И после этого я как-то вхожу туда и начинаю задавать вопрос этому образу, который уже в моем сознании. Дело в том, что не всегда они хотят общаться. Они закрываются, уходят от ответа. Очень долго, иногда бывает, очень долго входишь на связь. Самое интересное, что мне общался с миром мертвым и на чужого, другой национальности, на другом языке. Я даже не думал, как это же будет происходить. Скажем, искал одного чеченского племянника, одного известного человека в Чечне. Убили племянника, и я рассказал, как все это происходило, потому что они сказали, что он самоубился, да? Но он не самоубился, его убили. Я все это рассказал подряд, как и другие факты потом раскрылись. Я не знал ни чеченский, ничего, но я разговаривал мысленно на русском. Но сначала было трудно, а потом как-то стало нормально, парень вышел на связь, и очень многие вещи раскрылись там, и мать плакала, и все. То есть в каком-то мере я помог людям разобраться в происшествии ситуации. Но всегда надо обращаться, всегда надо спрашивать их разрешение, потому что вторгаться в этом мире как-то не очень-то желательно. Для меня не проблема, даже не легче. То есть я не испытываю никакой трудности, напряга, чтобы общаться с какого-нибудь мертвого. Но вопрос заключается опять всегда, зачем? Зачем? То есть иногда очень люди любопытные, хотят просто чего-то, а ради чего? То есть сами не могут себе дать ответ. И мне приходится долго с людьми разговаривать, объяснять, что вторгаться туда без основательных причин нет смысла. Потому что есть основания, например, когда расследовал смерти троих людей, которые обвинили одного из них, что он виноват в смерти, машина аварии была, в смерти всех других людей. Оказалось, что он не виноват, потому что я расследовал ситуацию, сказал, как было, все полностью разложил, все по порядку, нарисовал, рассказал, общался. То есть в этом случае стоит вторгаться, стоит спрашивать. А из любопытства это уже неправильный подход к этому. И... Тодор, я прошу прощения. Вот вы говорите, вы разложили ситуацию, вы все рассказали, объяснили. Вы это как бы прожили, вы это видели, эту ситуацию, или вам подсказали те люди, которые уже погибли в этой катастрофе? Именно с теми, которые погибли, я с ними общался. Именно тот, который... То есть они вам все рассказали, как это происходило? Я только с одного общался, потому что спали. Хочу заметить, что перед смертью человек, ну как это, последний момент, и он может их произносить, может сказать, рассказать. Дальше смерти он не помнит, он ничего не знает. Ну, понятно. А скажите, имеет ли значение срок, который прошел с момента того, как человек
перестал существовать в этом физическом теле, поскольку мы знаем, что ну, есть стадии, по которым проходят, и умирают энергетические тела, и 9 дней, это, которые отмечаются в традициях православных, допустим, это срок, когда тело расстается, энергетическое одно уходит, потом следующее, и 40 дней опять же есть. Ну вот, допустим, год прошел. Как вы можете с ними пообщаться? Человек уже, может быть, находится вообще в другом состоянии, он уже, душа его ушла в другое тело, к примеру. Возможно ли это? Я вот задавал себе очень много часто этот вопрос, но поскольку анализируя моих родителей, например, да, прошло где-то 10, больше 10 лет, и я не вижу, я их, они рядом. Бабушка не проблема вызвать, дедушка моего не проблема вызвать. Они ушли 25 лет назад. То есть я не вижу, ну, старший где-то, может быть, искал какого-то потерянного человека где-то 30 лет назад. Его нету, нет живых. Но старший я не искал, не приходилось таких случаев. Хотя нашел, был случай, когда искал могилу погибших наших советских солдат в Кёнигсберге. И они, была когда-то могила, то есть могила, правильно я говорю? Да, могила, где да, были да, похоронены. И она потом была заброшена. Я ее нашел по картам, которые мне дали, потом по телефону я управлял человека и говорил, куда идти, направо, налево, и они нашли вот этот, где похоронили там эти 6 человек. Я рассказал о них подробности, каждый кто каким был. Одни были по званию, говорил, там кого-то, и как все это, то есть они умерли в больнице, и потом там их похоронили, то есть тяжелое хранение. Кое-каких моменты там, который поймал, рассказал, но и нашли могилу. То есть, скорее всего, это, наверное, самое старшее, что по времени. Но люди, оголоски каких-то были, вот каких-то вот фрагменты, то есть очень одного конкретного человека, даже назвал имя Александра, было как-то так, прерывалась как-то связь, вот в каком-то таком положении, пытаюсь объяснить это все. Я понял.